Газопровод «Северный поток-2» позволит обеспечить более безопасное снабжение Европы российским топливом. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым заявил вице-канцлер Австрийской республики Райнхольд Миттерленер. Глава российского правительства, в свою очередь, подчеркнул, что наша страна и Австрия остаются надежными партнерами, даже в нынешней весьма непростой экономической ситуации в мире. В этой связи собеседники еще раз отметили деструктивный характер антироссийских санкций. Мы считаем, что ничего хорошего санкции никому не добавляют. Более того, в ходе моих переговоров со всеми, с кем я встречался за последнее время, с руководством Евросоюза и отдельных государств и правительств, мне никто не сказал, что санкции – это положительное дело, что они приносят хороший результат. Наоборот, все говорят, что это плохо, но, тем не менее, вся эта история продолжается. Одно лишь могу сказать, мы эти санкции не вводили, мы будем спокойно наблюдать за тем, что происходит, пусть Евросоюз определяется. Австрия не может снять санкции. Мы действуем в рамках Европейского Союза, мы должны действовать в рамках Европейского Союза. И это прежде всего связано с выполнением Минских соглашений. Для их реализации действия Украины также играют важную роль.